Привет, друзья! Вы на канале Планета Алис, и мы представляем вам новый выпуск нашей рубрики «Киндер-контроль». И да, это то самое видео, которое вы так долго ждали. Топ-10 популярных детских каналов мальчиков. Сейчас мы назовем имена каналов участников, но прежде, пожалуйста, внимательно послушайте условия голосования. На этот раз в голосовании могут участвовать только подписчики нашего канала «Планета Алис». Голоса тех, кто на нас не подписан, не будут засчитываться. Поэтому, если вы еще не подписались на наш канал, вы можете сделать это прямо сейчас. Просто нажмите на эту кнопку. Итак, внимание! Чтобы проголосовать за любимый канал, вам нужно: первое, написать имя этого канала в комментариях к этому видео. Второе, поставить лайк на это видео. И третье, указать в комментарии, что вы на нас подписаны. Вот и все условия. Вы можете голосовать за 1, 2, 3 или за все 10 каналов. Для этого просто напишите их имена в комментариях. Места расставлять не надо. Первое место получит тот канал, который наберет больше всех голосов. Второе место – следующий и так далее. А теперь, внимание, каналы-участники в алфавитном порядке. Данька ТВ, Kids Roma Show, Клим Сайбель, Кока Тюб, Little Boy Адам, Маганатик ТВ, Мистер Макс, Носики-курносики, Тики-таки Бойс и Влад ТВ детский канал. Главные критерии, по которым мы выбирали каналы-участники, это, во-первых, иметь не менее 50 тысяч подписчиков, и, во-вторых, главные герои этих каналов – дети, мальчики, еще не достигшие подросткового возраста. Итак, голосование открыто. Торопитесь, у вас есть время до конца сентября. А потом мы подсчитаем ваши голоса и выпустим самый справедливый топ-10 детских популярных каналов мальчиков, в котором места будут присуждаться по итогам вашего голосования. Если вы хотите, чтобы ваш любимый канал занял первое место, вы можете оставить комментарий под любым его видео и пригласить других ребят проголосовать за своего кумира. Итак, поехали! Первое место занял канал... Всем пока! Это Алис!